Религиовеческая экспертиза комитета по делам религии является государственной услугой, которая оказывается для юридических и физических лиц на бесплатной основе и регламентируется законом о религиозной деятельности и религиозных объединениях и правилами проведения религиовеческой экспертизы. Что относится к объектам экспертизы? Это учредительные документы религиозных объединений, образовательные, но духовные программы, информационные материалы религиозного содержания, религиозная литература и предметы религиозного назначения. Интернет-контент — это вот у нас отдельная ветка, то есть, потому что интернет-ресурсы, они очень быстро размножаются. Они, например, если мы в один день можем запретить один интернет-ресурс, человек на следующий день открывает точно такие же 5. Да? Наиболее уязвимое население к таким родам вербовкам, да, — это молодежь, которые очень сейчас жадны к знаниям, они хотят больше информации, и не всегда эта информация является правильной либо проверенной. Так как наша экспертиза имеет рекомендательный характер, есть список перечень литературы, информационных материалов, запрещенных по решению суда. Данный перечень у нас публикуется на официальном сайте Комитета по статистике и специальным учетом Генеральной прокуратуры. Там есть большой список, который ведет с 2009, кажется, года, там более 800 объектов внесены, то есть можно по ключевым словам найти очень легко, по автору, по названию объекта. Вас заинтересовал какой-то субъект, либо заинтересовал труд этого субъекта, да, какой-то видеоролик, либо информационный материал, вы можете найти по поиску.